Всем привет! Сегодня я отвечу на очень популярный вопрос. Сколько времени в среднем тратит на портрет художник? Очевидно, что разные портреты требуют разного количества времени. И зависит это от формата, от количества лиц, от техники и так далее. Начнем с формата. Чем больше формат, тем больше времени потребуется на портрет. Площадь покрытия больше, соответственно и времени на портрет уйдет больше. Если на стандартный простой портрет А3 у меня уходит 6-8 часов, то на такой же портрет А2 уже 10-12 часов. Вот вам и ответ на вопрос. Простой портрет форматом А3 я рисую 6-8 часов. Еще время, которое уйдет на портрет, будет зависеть от количества персон, изображенных на портрете. Чем больше персон, тем больше времени уйдет на портрет. Каждое лицо требует особого внимания. Рисование портрета – это не просто заштриховывание листа. Художник решает массу непростых задач по ходу рисования. Нарисовать куст на заднем плане – это совсем не то же самое, что и нарисовать лицо. Человек должен быть узнаваем, а на узнаваемость иногда влияют еле заметные черты. Тут все решают иногда миллиметры. Дополнительные детали и фон. На эти, казалось бы, мелочи иногда уходит очень много времени. Музыкальные инструменты, украшения или архитектуры на фоне. Да что там, просто на то, чтобы заштриховать фон, уйдет дополнительное время. Иногда на фон у меня уходит целый день. Техника. Разная техника исполнения требует разных временных затрат. Например, техника сухая кисть самая быстрая. На уголь уйдет уже больше времени. Как я уже говорила, на стандартный портрет в карандаше у меня уходит 6-8 часов. На такой же портрет цветными карандашами у меня уйдет на пару часов больше. Портреты маслом пишутся слоями. Чтобы нанести следующий слой, предыдущий должен высохнуть. Поэтому эти портреты требуют больших временных затрат. Лично я беру на средний портрет маслом 5-7 дней. Если вы заказчик, и вам предлагают портрет маслом, выполненный за пару дней, то это повод насторожиться. Возможно, вам предлагают фотопечать на холсте, которая просто поверху обмалевана масляными красками. А такой портрет должен стоить дешевле, чем оригинальная живопись. Следующий фактор – это стиль. У каждого художника он свой. Кто-то рисует более гладко, а кто-то более небрежно. Например, если портрет состоит только из контуров, на него должно уходить меньше времени. Грубо говоря, это будет эскиз, конечно, но эскизы тоже бывают очень крутые. Но я, например, использую штриховку, как и многие. Делается это для передачи дополнительного объема. И такая работа будет длиться дольше, чем работа с помощью одних только контуров. Это все даже не совсем о стиле художника, а о том, скорее, насколько тщательно он работает с портретом. Но могу сразу предупредить, работа, которая кажется легкой и воздушной на первый взгляд, иногда требует очень много работы на самом деле. Ну и также на время влияет внесение правок. Поправить детали на лице не так просто. Убирать, добавлять лишний миллиметр к носу – это очень кропотливая работа. Правки могут увеличить время изготовления портрета до бесконечности. Но все-таки время, которое художник потратит на портрет, зависит прежде всего от самого художника. Кто-то рисует быстрее, кто-то медленнее, у кого-то много опыта, а кто-то только учится. Кроме того, работу над портретом всегда лучше разбить на 2 этапа, на 2 дня, чтобы иметь возможность посмотреть на портрет незамыленным взглядом. Для заказчиков хочу сказать, каким бы быстрым ни был художник, все-таки с заказом лучше обращаться заранее, потому что художник на данный момент может быть, например, занят. Особенно это касается портретов техники масла. Надеюсь, что я была вам полезна, я помогла вам понять, сколько времени тратят художники на портрет. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока! Например, от потраченного на портрет зависит от нескольких... Конечно же, очевидно, что разные портреты требуют... Конечно же, очевидно, что разные портреты требуют разного количества. Портреты требуют разного количества. Это повод насторожиться, потому что, возможно, вам предлагают фотоперчать на... Брат, братан, братишка. Когда меня отпустят. У каждого художника свой стиль. Кто-то пишет... Ну, я, например, использую штриховку, как и многие. Делается это... Но все-таки самое главное, время, которое художник потратит...